Придорожные рынки в Хакасии не будут ликвидировать. По решению властей их не только легализуют, но и благоустроят. Дорожники уже несколько лет борются со стихийными рынками у трасс. В первую очередь такая торговля – угроза для автомобилистов. Глава Хакасии предложил организовать эти рабочие места, сделать их безопасными, заасфальтировать зону для торговли, поставить красивые павильоны. Также можно возле таких мини-рынков организовать кафе и другие услуги. Тогда дачники смогут без проблем продавать свои овощи, фрукты и не бояться проверок и штрафов. Например, в Подсинем, где расположен самый известный стихийный рынок, уже в октябре планируют оборудовать торговые места всем необходимым. На дороге в районе Новоселова, что на трассе в Красноярск, также обустроят мини-рынок с кафе, туалетом и АЗС.